строим нашу хорошенькую клетку. Вот, посмотрите на нее. Объем хороший. Стопы. Здравствуйте. Я веду программу. Здравствуйте. Я Егор Купуденков. Веду первый выпуск «Хомяков и клеток». Вот, взгляните, это моя клетка. Хорошая, хороший размер, не тяжелая. Мы сюда поместим своего хомяка, но нам очень сложно ее собрать. Я Егор Купуденков, веду второй выпуск «Хомячков и клеток». Мы добавили дополнительные... Как? Чистые лапки. Чистые лапки. Мы не знаем, сколько надо, но мы наложили вот так. Мы думаем, что так пойдет. Ну, чего тут? Больше мы... Я ничего не могу сказать. До свидания. Хорошо. Это дополнитель для запахов. Уничтожает запах. Уничтожает все микробы, запахи и все такое. То, что может заразить нашего хомячка. Что такое? Куснул. Куснул? Где? Скажи. Да, палец. Втаскивай сам. Да, значит, это мой хомяк, о котором мы говорим. Он не хочет... Он меня, короче, покусал. Только что один раз меня за палец куснул, и я созрею. Ну, не созрею. Это его имя. Я сейчас его скажу. Куя. Это его имя. Он живет пока в этой клетке, а потом переедет вот в эту клетку. Мы о ней тоже говорили. Он сейчас хочет выбраться, и я не могу это позволить, потому что он... Главный ютубер на нашей планете. Хватит. Вот он. Вот он на вас глядит. Ползает в своей новой клетке. И он опять грызет. Какой ужас пошел. Хватит. Сейчас мы тебя откроем. А так не может. Ставим первую лесенку. Мы ставим первую лесенку. Надеюсь, ему все поменяется. Он хорошо обустроится, надеюсь. Сейчас посмотрите, как он будет залезать на нее. Кузьма, залезай.